Бюро находок ищет. Свидетелей задержания сотрудниками ДПС водителя автомобиля Kia Spectre темно-красного цвета, произошедшего в ночь на 3 декабря в 3 часа ночи, просим позвонить по телефону 8-987-408-43-38. Свидетелей нарушения прав со стороны сотрудников ДПС, произошедшего на перекрестке хлебокомбината в ночь на 22 ноября в 2 часа ночи, просим позвонить по телефону 8-917-932-44-39 и 937-620-59-50. Паспорт и страховое свидетельство Кисмякова Артура Николаевича утеряно 6 декабря в районе Святого Ключа, поселок Красный Ключ, обещанное вознаграждение. Черный портмоне с пропуском ОАО «НКНХМ» банковской карты Гемодинова Наиля Гадиловича утеряно 12 декабря, возможно, в ТЦС НП Гагарина, обещанное вознаграждение. Собаку породы Акита Ину, американская, девочку, коричневая с белой грудью окраса, похожа на лайку, потерялась в поселке Строителей в начале декабря, обещанное вознаграждение. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33, мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется. Розовый мешок со второй обувью черного цвета с бантиком 32 размер, найден на 10 декабря в трамвае номер 2. Водительское удостоверение Черняева Антона Евгеньевича. Ключи в бежевой ключнице с медной цепочкой, найдены под УКАЭ 19. Ключи от квартиры с металлическим брелоком Эйвен найдены в районе городского музея. Свидетельство о рождении Самигулиной Адели Фаилевны. Паспорт Камалова Асхата Ильгизаровича найден в районе ТЦ «Шатлык». Печать общества с ограниченной ответственностью «Роскапитал Санкт-Петербург» найдена в гимназии номер 22.